хочу представить вам свои музыкальные и текстовые сочинения. В 1972 году, когда группа «Яла Гасарайла» по Европе, в Германии нам организовали экскурсию в Дрезденскую галерею, где я впервые увидел потрясающее воображение картину великого Рафаэля «Мадонна с младенцем». Под впечатлением увиденного я в номере гостиницы взял гитару и на стихи украинского поэта Максима Рыльского написал мелодию, песню, которую посвятил великой женщине, подарившей миру Иисуса Христа. Печаль в нем любовь и надежды какие. Волшебным дыханием напоено. Мария, Мария, Мария. Как запах фиалки весенний порой, как девичья песня сквозь сны снеговые, звездою сияет над темной землей. Мария, 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 и пусть я святое в себе погашу, и пусть не увижу, сражаясь за нее, последнее слово, что я напишу. Мария, Мария, Мария. Последнее слово, что я напишу.